Всем привет! Всем привет, ребят! Ну, а у нас началось самое веселое. Все, что накопили, давайте потихоньку будем изничтожать. Как вы видите, уже звезды есть. Есть звезды! Это значит, что ринги почти подходят к концу, но, к сожалению, не все. Как я ни старался, 363 ринга еще у нас осталось. Итак, по ключам. По ключам у нас 38 золотых и 285 зеленых. Это все, что мне нападало. Кто-то говорил, а че ты на кошмы там не ходил? Я был на кошмах, все нормально. Зеленые падают прямо пачками. Прямо пачками падают, так что все. Ну, как бы вот, ну не падает так золото. Ну, если честно, примерно один золотой ключ за 6 кошм. Вот примерно где-то так. Ну, потому что по 3 ключа падает, ну, возможно, только из-за этого. Ну что ж, я вам покажу результат. Итак, 5 торнов. Не 5000, а 5 торнов. Ну, еще и расхода полностью вообще нету. Просто вот, ну, вообще просто нету. Протонок нет, волн 121, 13 турбо. Ну, короче, прям большая, огромная печаль. Ну, давайте посмотрим, что у нас нападает. Так, и что у нас еще, наверное, вот так. Сделаем, чтобы можно было посмотреть потом. Ну и щиты, наверное, да, вот так. Да, давайте щиты накидаем. Ну вот, по расходу. Потом сфотаем все, что есть. И в конце уже вместе с картинкой будут все результаты. Ладно. И, ну, я не буду открывать, вот прям показывать, как там, что и где. Вот я вот так один раз нажму, наверное, зеленый. Ну, 200 с лишним раз, ребят, я щелкать не буду. Я вот, ну, останусь, когда золотые ключи. Их мы давайте пооткрываем. А эти быстро так, просто к результатам. Ну, все. Все, я закончил. Я закончил. Благо, доктор у нас спит, и время уже поздно. Блин, ну затыкался что-то прям, совсем затыкался. Ну и в общей сложности последних давайте 2 откроем. Тут остались. Это специально для видео, типа, сделал все. Типа, я все открыл зеленые. Все, нету. Итак, здесь 19 по 6, 22 по 7. Плюс дополнительно, ну, на сравнение. На сравнение вам. Ну, что-то мало выпало, кстати, аптек. Прям почти ничего не выпало. Эти вообще не падали. Протонки тоже не падают. Щиты неплохо нападали. Щитов 41. Прям здорово. Ну и самое главное, и самое веселое. 120 тысяч. 120 тысяч с нуля. Давайте так скажем. Ну и, к сожалению, я не показал вам. Не показал. Здесь у меня было 50 тысяч. В общем, чипы падали вообще просто жесткачно. 40 тысяч я нафармил. Ладно, едем дальше. Едем дальше по золотым. 37 золотых ключей. Ну, а, да, кстати, еще по арконам. Только не повисни. Арконы вот такие. Предмет на студию 97. Посмотрим. Несколько на ловкость. Ну, фуфловые. Короче, арконы почти не падали. Не падали, в отличие от наноевы. На наноевы мне хорошо нападало. Всякой фигни. Вот это был аркон. Вот это 2300 прям вообще. Вот это прям классно. Ну, кстати, карт нападало там что-то много там карт нападало. Ну, ладно. Ну, звезд классно сыпануло прям. 2000. Хочу 10. На талант. На талант. Блин, нифига там под 100 тысяч, короче, на талант. Ну, какой-нибудь, давай, аркон такой прям, такой какой-нибудь классный. Нет, лучше давай 10 тысяч. Ну, 4 вообще классно прям выпало. О, 9500, самый жирный мой контейнер. О, и 5. Ух ты, нифига себе. Нифига себе. О, классный аркон. 90 тысяч. 180 тысяч к оружию. Сейчас посмотрю. На оружие накидаем. Посмотрим, что будет. 2. О, еще. 70. Но этот похуже. Слушай, ну хорошие аркончики на силу. И на петов сейчас раскидаем, кстати. Хорошо. А то у меня не на всех на силу есть. О, еще на силу неплохой. По 48 тысяч. Тоже хорошенький. У меня там в студии стоит, я знаю, слабенький.
Ну вот это что такое вообще просто? Ну да. 1300 чипов это нормально? Ну вот и напишите в комментариях, нормально это или не нормально. Давай еще раз 10 тысяч. Давай. О, самый говняный из всех вообще просто. 2300. Ну, 2400 средняя, короче. О, 4. 4 это классно. Давай 10. Давай. Но 2000 звезд тоже хорошо. Тоже хорошо. Прям классно. Ну и что у нас? Ну и по колесу, ребят, 80. 80к. Вышло 80 тысяч чисто, за, ну, имею в виду, золотых ключей. Вообще очень хорошо. Если прям нападало, прям вообще, прям классненько. Ну и добили 23. Конечно, не сильно много. Ну, к зиме будет больше. К зиме будет больше. Расхода сильно не хватает. Не хожу рухом, поэтому волны прям висят. Ну, скоро покрутимся. Скоро покрутимся, посмотрим, что будет. Ну и чипов, ребята, там не сильно много. Вот так. Короче, в общей сложности получилось 54 тысячи чипов. 54 за всю акцию. Ну что ж, как говорится, кто накопился, тот и открутился. Но 74 тысячи я подхожу к акции. Еще сейчас покручу. Покручу торны. Ну, не знаю, результаты, возможно, просто скину. А может, вообще ничего не буду кидать. По сути, на жесть крутить, ну, не имеет смысла к такового. Хотя протонка у меня не осталась. Вот, ну, реально, одна протонка вообще осталась. Поэтому посмотрим. Посмотрим, как будет. Ладно, ребят, всем пока. Вот так надо потихоньку накапливаться на акцию. Ну, это я всегда говорил, вот, что это примерно так и надо. Ну, ладно. Удачи всем! Буквально уже завтра подарки будут. Сейчас начнется пачка подарков. Ладно. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Пока!